В Алматы за несколько недель из Центра перинатологии и кардиохирургии выписали 33 пациентки, которые были заражены коронавирусом. Роженицы полностью здоровы и чувствуют себя хорошо, сообщил руководитель учреждения Гани Бодыков. Он отметил, что сейчас беременные женщины с респираторной инфекцией должны получать лечение в первую очередь, добавив, что в медорганизации также оказывают помощь матерям и новорожденным с пороком сердца. Трудность лечения пневмонии и коронавирусной инфекции у беременных заключается в том, что инфекционное заболевание протекает на фоне тяжелой акушерской патологии. И всегда надо помнить о втором пациенте, внутритрубном плоде. На сегодня в реанимации провизорного отделения в тяжелом состоянии находится одна родильница с тяжелой преэклампсией на фоне двухсторонней пневмонии. Гани Бодыков отметил, что на базе Центра перинатологии есть провизорный центр для лечения беременных с коронавирусной инфекцией. Там отделение полностью обеспечено необходимыми препаратами и сопутствующими расходными материалами. На сегодняшний день лекарственные препараты для лечения пневмонии имеются в полном объеме с расчетом 1,5-2-месячного запаса, который пополняется по мере необходимости. Для сотрудников провизорного отделения создаются адекватные условия труда, продумана система мотивации. Всем предоставлены номера в гостиницах для проживания, трансфер, трехразовое питание.